Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. Эй, да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайкусики под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам мы продолжаем его снимать. Конечно же, ребята, вы прекрасно знаете, что надо делать. Огромный палец вверх прямо сейчас за наши два видоса. 15 тысяч лайков, и мы сразу же выпускаем новую серию троллинга. Поэтому не ленитесь, ставьте лайки, а мы побежали, побежали. Да, я вот с тобой абсолютно согласен, Эдисон Гет Пердун. Погнали. Схренали! А там так на спавне написано. В общем, ребята, это моя карта. В чем будет заключаться сюжет? То, что Жека записывал видосик, а у него стыбзили камеру. И будет много ссылочек на Властелин колец. Да, ну, то есть, ребята, все будет очень сложно. И как я прям уже сейчас я могу почувствовать то, что загорится у Жеки сорокатан. Мне почему-то кажется то, что Жека прям выбомбится на моей карте. Вот чуйка у меня прям такая, то что так оно и будет. Но, ребята, самое главное, не забываем подписаться на канал и обязательно поставить колокольчик. Подписка, колокольчик, это, ребята, все. Это самое важное. Это всего лишь 2 секунды времени, но для меня вы сделаете много как чего приятного. Подписка, колокольчик. Сейчас мы пойдем к Жеке на карту, я прям в шоке. Что это такое? Какие-то... Короче, я сегодня покатаюсь на американских горках, как я понял. Хорошо, давайте мы сначала пойдем к Жеке, пройдем его карту, а потом вернемся на мою. Придурок. Ну что, Эдуардо Пересьяно, ну вы готовы пройти новый троллинг за троиц? Ты меня прямо заинтриговал на самом деле, потому что я тут вижу всякие американские горки, какие-то необычные. Какие американские горки? Да вот, или это не дурдом какой-то. У тебя опять Эдисон опять чего-то накурился, какие-то галлюцинации. Кого? В общем, Эдисон, вообще ничего не ощущает. Эдисон, короче, как ты знаешь, мы пару дней назад ездили в Москву на концерт моей любимой рок-группы, правильно? Да ладно! Серьезно? Вот. Ну, я для подписчиков, ну да, ты не понимаешь. Вот, в общем-то, Эдисон, возобновлю твои воспоминания и отправлю тебя в Москву снова. Проходи к нам домой. Возобнови. Так, Жека, у меня сразу вопрос, что такое торчит со стены? Я не знаю, это... у нас что-то с домом не так, но неважно. Эдисон, короче, тебе нужно найти билет на Сапсан, чтобы в Москву отправиться, и тебе нужно найти... Двери. Странный у тебя дека, да. Ты не в ту комнату зашел, Эдисон. Так, вот скажи, комната Деки, беги от Деки. Так, это моя комната, да? Да, это, видимо, твоя комната, Эдисон. Дека разбушевался. Так, я вижу лук, да, у меня есть лук. Лук, лучок. Так, хорошо. Ты, конечно, молодец, я не знаю, зачем тебе лук. Я сам не знаю, ну как бы... А вдруг он пригодится? Ну, давай думать. Хорошо, конечно, можешь оставлять себе лук. А, кстати, Эдисон, ничего не доставай из диспенсеров. Это правило троллинга. Не доставай. Как мне стрелы взять? Не бери, нельзя тебе их брать. Тебе можно вот только так делать. Странное у тебя что-то, вот это все, я только 4 стрелы взял, и чё? Ой, ну все, умирай здесь. Тебе не нужно было сюда проваливаться? Да? Да. Эдисон, короче... Ну ты дурак такой, ты чё, не можешь понять? Я тебе так скажу, тебе этот лук нафиг не нужен. Тебе нужно, понимаешь, мне кажется, Дека своровал билеты и своровал ключ, тебе нужно Деку каким-то образом прикокошить. Дека, да? Ты можешь его застрелить, конечно, а можешь его в ловушку спихнуть сюда. Ну, думаешь? Конечно. Да, ну иди сюда, паскуда, иди сюда, Дека! Ну Дека не такой да простой. Мать твою, а! Дека не такой простой парень, его нужно, знаешь, беги, Эдисон, Дека бежит! Иди сюда! Отлично, я тебе помогу, Деку, я помогу тебе, Деку. Ой! Ты придурок! Ну хорошо, и так нормально. Так, Дека в ловушке, если что. Дека в ловушке. Так, а что тут такое, тут ничего нету. А ну тут надо у Деки, наверное, забрать. У Дека же своровал, а не пол. В смысле? Так Дека же умер. Так Дека в ловушке там, он не умер. Да я сейчас сюда грохнусь, и мне срака будет. А ну ты зачем тебе туда грохаться? Я чуть ничего не понимаю. Эдисон, у тебя тут есть вот раздатчик, видишь, ты можешь по нему пострелять. Так он в другой части, он даже не под ловушкой, проверь. Ну прочекай. А, он вообще тут уже, смотри. Где? А, ну все, Дека ТП-шнулся. Нужно снова Деку загнать. Ну иди сюда! Давай. Дека. Опа, молодец! Давай. Жека, прочекай, он там жив? Ой, Дека сгорел. И что делай? Эх, Дека сгорел. Ну ты дверь не закрыл. Ну ладно, Эдисон, так что быть, не буду тебя мучить. На тебе билет.
Спасибо. На Сапсан. Это просто листочек, конечно, но ты можешь потереться. А ключ не хочешь взять? Ну ладно. Там... Так, хорошо. Сапсан, на Сапсан! Опа. Что, ты на Сапсане, ты на Сапсане. Не хочу я на такой Сапсан! Чё это такое? Это Сапсан? Эдис, это смерть Эдис, какая-то? Вот это Сапсан. Это Сапсан. Ну, садись на Сапсан. Хорошо, я сижу. Отправляйся на Сапсане. Мне страшно, Жека, мне страшно. Я не хочу никуда отправляться. Я тебя предупреждаю, Сапсан очень быстрый, он едет 250 км в час. Самый быстрый поезд. Ничего себе. Жека, ну мне страшно, мне очень страшно. Ну ты давай, я же хочу. Ну с Богом. Поехали! Поехали! Что происходит? Вот это скорость! Вот это я по. Жека, меня чуть не стошнило на камеру, так. Эдисон. Ой, вот Дека дебил! Ой, Дека, придурок! Жека, я не пупсика в первую очередь. Никуда я не пойду. Я туда не зайду, в этот гей-клуб твой. Эдисон, это Дека дебил. Я знаю. Билеты купил не в Москву, а в Гейлянде, понимаешь? Куда? В Гейлянде. Эдисон! Да чё так? Я не хотел тебя выпускать! Там есть второй Сапсан, беги, Эдисон! Там есть второй Сапсан, быстрее проходи туда! Какой? В Гейлянде, Эдисон! Да ничего там нету, голубчики сраные! Давай, Эдисон! Да твою там... В одном из писюнов есть проход! В писюне есть проход, ищи проход! Какой? Да усритесь вы уже, Эдисон, тут где-то есть проход, в одном из писюнов, ищи проход в писюне. Где я, мать твою, ты понимаешь, я в стене застрял. Эдисон, ищи проход в писюне, в одном из писюнов, давай. Да, Жек, ты конечно... Ты придурок, конечно! Да отпустите меня, голубые! Давай, Эдисон! Да я не могу развернуться даже, ты понимаешь? Быстрее, голубчиков уже осталось две штучки. Ищи проходы. Я тут постою, мне тут нормально, в принципе. Эдисон, проходы, ладно. Да? Говоришь, проходы. Ищи проходы в писюнах, Эдисон. Тебе нужно найти проход в писюне. Понимаешь? Все очень просто. Проход в писюне. И как я должен это сделать? У меня такой вопрос. Я даже не знаю, Эдисон, правда, честно, не знаю. Тебе нужно проход в писюне. А что ты мне выключил? У меня такой вопрос, а? Это ты же не ломал ничего. Ну я не ломаю, просто проверяю. Две разные вещи. Так. Ага. Так. Тихо! Не слышь. Опа. Опа. А чё? Опа. Америка, Европа. И чё меняется? Чё-то явно меняется, Эдисон. Чё-то явно меняется. Я ничего не понимаю. Это твои дурдомы. А что, ничего не меняется, что ли? Ничего не меняется. В смысле не меняется? А почему не меняется? Опа! Ага, меняется, что ты меня обманул! Вот, я тебе говорю, в писюне есть проход. Ой, меня... как ты заколебал. Так, хорошо, берем Сапсан, да? Новый Сапсан. А новый куда Сапсан его ставить, куда его ставить? А вот... Да... Без меня отправился! Ай! Сапсан, ну... Века! Я же знаю! Я же сложил. Куда... Куда я еду, Жека? Эдисон, выбирайся, спасайся! Я в стене! Жека, меня как Гарри Поттер, через вот это... Ой. Ну все, хорошо, Эдисон. Не, я под землю не поеду, Жека. Да куда ты меня, ты пекнул? Подожди. Так, опа, хорошо, забираем Сапсан. Правда, еще было много этих Сапсанов. Да твою-то мать! Ой, Эдисон! Осторожней будь, осторожней. Поехали! Ой-ой-ой! Поехал! Куда там поехал? Ну ты где? Не. Ты где, Эдисон? Не. Забери. Вытащи ты меня отсюда, вытащи ты. Не хочу я падать. Нет. Что ты как-то помню туда поехал? Да не все нормально. Мне кажется, как бы да. Да, задний ход, тут есть задний ход. Обратно. Сапсан обратно не едет. Да едет, просто с хвоста, хвост. Ааа! Да в смысле? В смысле? Сапсан обратно не работает. Я больше на Сапсане никогда кататься не буду, это просто смерть машина, демоническая машина какая-то, машина ужаса. Тебе в Москву нужно, сейчас концерт уже начнется, давай быстрее. В смысле, все? Это не конец карты? Нет. Ты что, с ума сошел? Иди давай на Сапсан. Ты с ума сошел, я думал, все, я отмучился. Не. Ты, конечно, молодец. Давай, Эдисон, поехал! Да в смысле?
Ой, я опять не туда приехал, ё-моё! Ну ты дурак. Эдисон, ну ты, ну ты прыгай опять, конечно. Я тебе, конечно, могу помочь. Куда мне прыгать? Сюда, да в сраку. Пойдешь ты в сраку, Жека. В сракотан просто. Ты не умеешь кататься на сапсане. В смысле не умею? Тебе нужно научиться. Сапсан, как бы, это не такое простое. В смысле не умею? Как бы ты приходишь, садишься и едешь. А что, я его контролировать должен? Ничего не могу понять. Да, Эдисон, ты должен вовремя вылезти из сапсана. Ты что? А то... Да твою-то мать! Давай. Опа! Блин, поехал! Ну, все, молодец, все. Так, откуда я приехал, куда я поехал? Ну как бы. Ага! Эйсон, все быстрее на концерт! Быстрее! Соад? Кого? System of a Down, понимаешь? Соад, а. А что-то никого нету. Ой, Эдисон. Не надо плохие новости, пожалуйста. Плохие новости, Эдисон! Чё? Я опоздал. Опоздал, конечно, и концерт закончился. Ай, твою-то мать, и что сейчас делать, обратно отправляться? Мне кажется, нужно ехать обратно, Эдисон. Давай. Баунс, пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока, баунс, пока-пока. Ну, давай свой концерт устрой. У тебя как-то не получается, Эдисон. Ой, Эдисон, ну ладно, короче, ты можешь здесь оставаться. Сам добирайся до Питера, я поехал, короче. Да, ты полетел, да? Ты летать умеешь, да? Просрал ты концерт, конечно. Да, печально, все печально на самом деле, да. Ну, в следующий раз буду заранее выезжать, заранее билеты покупать. Сапсан, это, конечно, такая штука. Это опасная, демоническая вообще штука, я согласен. Пошли, Евгений. Не пошли. Сейчас будет какая страшная сказка, мне что-то как-то темно. Очень страшная, давай. Земной страшная. Это что? Это твой дом. Ты пришел домой спать. А почему у меня комп на кухне? Это студия. Это студия. Это студия в плохом районе. Видишь, что за дверью творится? А это моя старая хата, да? Да, видишь, что за дверью творится, Жека? Не надо туда вообще выходить. Не надо, не смотри, а то сейчас стекло разобьют и все, жопа тебе. Кстати, очень похоже вот на то место, как раз где я жил. Правда, у меня под домом были эти деревни всякие, ну тут кочекурчики. Да, ничего страшного, Жека. В принципе, мне кажется, и так сойдет. Вот. Я хочу на улицу. Да, не надо. Все, хочекурчики разбежались, Жека. Тебе спать надо. Иди спать. Ну, видишь, твой ком. Твоя камера, которую. Ну смотри, ты твишь, камера, которую ты купил, и все. Ну как бы. Ты спишь, Жек. Ты спишь, Жек. Я сплю, сколько мне еще спать? Да все, как бы! Утро уже на улице! Ты пришел, конечно, под утро и все, как бы. А хачапурчики нету. А че, ну хачапурчики тоже. А они тут всю ночь тусуются, как бы, это у них зона такая. А что мне делать? Жека! Что такое? Что тебе пугаешь? Ты смотри сюда, Жек. Чё? Пока ты спал... Чё? Камеру стыбзили. Ты чё, не видишь, камеры твоей нету? Это ты, я сворвал! Я ведущий, я вообще не участвую в троллинге, это хачапурчики пришли! Ты не видишь, камеры нету? Это был точно ты. Это не я, Жека, я просто наблюдаю. А я вижу кнопку, все, у меня есть 64 кнопки, ё-моё. Не, ты одну поставь, а все остальное мне отдай. Да не, мне... Не, ты мне отдай. Ну подожди, тогда я вначале украшу комнату. Нет. Всё? Ну ладно. Хачапурчики! Побежали! Куда я залез? Где я? Не надо тебе... А все, ну как бы ты видишь то, что хачапурчики тебе вообще как бы не атакуют, хачапурчики нет. Хачапурчики, они, кажется, залагали. Жека, поставь спаунпоинт вот тут, поставь. А то, мне кажется, ну у тебя просто... А то хачапурчики отлагают, да? Да, они что-то залагают. Не, ну Жек, тебе надо выбираться с этого страшного твоего района. Твою мать, только ты их не разлагивай. Ты их не дёргай. Я тут вообще не при чём. Ты мотык будешь... А чё делать? Я не знаю, хачапурчики точно какие-то ненормальные. Ты смотри, ты их не. Ты им даже в глаза не смотри, а то они как бы разлагают случайным образом и все, и жопа. Мне кажется, тут какой-то проход должен быть. Хотя там что-то выделяется, что-то не выделяется. В смысле выделяется? Ага! Выделяется, не выделяется! Ага, выделяется лук, да? Выделяется. Не, ну это, конечно, все очень круто, то, что выделяется. В общем. А что у тебя за карга в руке была? В смысле? Ну, волшебная моя палочка, волшебная. Подожди. С косой. Нет, не надо, не смей. Подожди, этого. Жека, а чё ты нашёл у меня такой вопрос? Чё там было? Луки стрела, зачем? Не знаю, хачапурчиков хреначить, наверное. Ну, я не знаю.
Ой, ой, Жека! Они проснулись! Жека! 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 Хачапурчика апокалипсис! Это волны хачапурчиков! Волны хачапурчиков, Жека! Отбивайся! Хачапурчика апокалипсис! Отбивайся, Жека, отбивайся! Быстро отбивайся! Нате, падлы! Тебе надо волны пережить! Волны пережить надо! Жека, давай, убивай всех! Ой, молодец! Жека, я опять просыпаются, Жека! Эдисон, это ты какой-то читак, убери. Это не я, Жека, это не я, на самом... Жека, это... Да какие бессмертные? Это хачапурчики, а что ты хотел? Ну как бы хачапурчики, они понятно, что бессмертные будут. Они хачапурчики апокалипсис застроили. Да. Эдисон, меня съест... Жека, ну ты... Там еще стрелы, наверное, есть, мне кажется, сверху. Жека, быстро, то хачапурчики апокалипсис сейчас... Жека! Жека, они воскресились! Жека, это вторая волна апокалипсиса, Жека, вторая волна хачапура апокалипсиса. Сзади, сзади, Жека, сзади! Я понял, я вижу! На, падла, на! Переживай, меня не убьют. Не убьют? Да, я уверен. Падла! Жека, это третья волна хачапура апокалипсиса, Жека. Я снайпер. Я знаю, что ты снайпер. Давай, Жека. Давай. Аааа! Четвёртый! Жека, четвертая волна! Жека, а может тебе искать способ, как выбраться отсюда? А может ты пойдешь нахрен? Не будешь сзади стрелять! Жека, ты ищи способ! Вот возле дома ищи способ! Возле дома способ! Хачапурчики опять воскресили! Жека, сзади дома ищи способ! Тебе стрела! Для чего тебе стрела? Сзади дома! Да забей ты на эту дырку, не там, в другой стороне, отбивайся сначала. Сзади дома, вижу! Давай, молодец. Подождите, хачапурчики, вы тут подождите, пройду немножко, постою. Это вы, конечно, очень хорошие. А, Жека, они сзади оказались, Жека, давай быстро. У тебя есть шанс. Да где? Кнопка. Да! Хорошо, вот еще одна кнопка, но я, конечно, сдохну, скорее всего. Так, я пожалуй, нажму на нее. Да, она тебе не нужна, тебе не пригодится. Тебе тут другая задача, Жека. Все, ты прошел волны зомби. Так, все, я понял. Хачапура апокалипсисом. Давай, Жека. Жека, старайся. Давай. Иго-го, давай. Нет, так у тебя не получится. Так у тебя вряд ли получится. Думаешь? Да. Мне почему-то кажется, да. Мне вообще-то кажется, получится. Думаешь? Ну давай, ну можешь пробовать. Можешь, конечно, попробовать. Я не против, на самом деле. Время как бы есть у меня, да. Поэтому, да, давай. Тебе надо перепрыгнуть. Тебе обрыв надо перепрыгнуть на максимальной скорости. На последнем сантиметре тебе надо прыгнуть, Джек. Мне что-то не нравится. Твои вот эти вот... Ну... Да подожди, я... Тайминг! Нет. Нет? Нет. Да. Не. Тебе надо перепрыгнуть обрыв, как бы. Вот такая задумка, да, Жека. Я не понимаю, это что-то не какая-то хрень. Давай! Да ничего не надо, тут никакой задумки нет, тебе просто надо взять и перепрыгнуть. Ну ты нажимаешь на Space, бежишь и в последнюю секунду прям уже на краешку. Во! А, не допрыгнул. Ну ты понял, да, задумку? Понял. Ай! Молодец. Это сложно, да, у меня тоже не с первого. У меня тоже где-то с 30-го раза получилось, но получилось. Опа! Почти! Я сейчас умру, понимаешь? Ай-яй-яй! Ну почти! Ну почти, Евгений, почти! У тебя почти получается! Да чё ж то такое, а? Подожди, ну, подожди. Да давай. Опа! Да как сложно прыгать! Я понимаю, я тоже намучился, когда карту строил. Но не все, не да. Ай, как сложно. Ай, опять как сложно. Ну хорошо, я тебе помогу, я тебе один блок сделаю, еще больше, чтобы ты допрыгнул с большим шансом. Давай. Да ты. Ну прыгать надо, не просто бежать! Да. Ну как? Я отпускаю прям в самом конце. Ну ты отпускаешь слишком поздно! Подожди, сейчас. Да, распрыжка! Молодец! А для кого я тут сундук сзади поставил? Жопу. Да его там не было. В смысле, он там был, я не смог бы его поставить за полсекунды. Да я понял. Да. Типа тро. Вот это блоки-то верни. В смысле? Ну, Жека, ничего же не было. Ничего же не было. Блоки верни. Блоки верни. Хорошо, я тебе блок верну. Блок. Да. Давай. Опа! А, дальше. Да. Ну сложно, я понимаю, сложно, Жек. Давай. Нет! Нет, ты почти даже вот так перепрыгнул. Давай, у тебя все получится!
Молодец. Так, Жека, стоять! Это кто? Это кто? А ну это, признавайся! Это не, никуда не выходи! Стой тут, ничего не делай. Я отстаю. Да ничего не... Жека, а, подожди, ну ты развернись. Тут будет страшная история, не выходи никуда. Разверни стеночку. И подумай, Жека. Подумай. А теперь развернись еще раз. Кто это такой? Ничего тебе не напоминает это место? Это Фродо! Кто у тебя камеру украл? Прелесть. А, ты же падла, это Фродо! Прелесть, это прелесть. Он тебя заманил сюда, Жека. Понимаешь? Моя прелесть. Моя прелесть пропала. Где? Пропала? А как там было в пещере вот этом с паучком? С паучком как там было? Мышка жужжала, в сетку попала, не плачь, не но. Скоро станешь едой. Иди сюда, падла, дай мне камеру. А чё такое? Жека. Эдисон, мне кажется, у Фродо не было такого одобрения для убийства. В смысле? Я понимаю. Подожди, ты... Эдисон, хачапурчики, помоги! Хачапурчики нападают. Ты пашь меня отсюда быстрее! Всё! Жек, забирай камеру! Жека. Да, поломай там еще блоки. Жека, че? Фродо! Прелесть! Украл камеру! А что сейчас сделать? Ты подожди. Я! Фродо падла, конечно. Не, Фродо хороший! Фродо хороший! Нет, Фродо-то падла, Фродо падла. Почему? Да впадла, камеру мою кому не сделал. Рис, я им все, я завишу, не знаю, что делать. Да, почему? Ты попробуй. Ты еще можешь. Ну да, ты правильно прыгнул, вот в ту дырочку прыгни еще раз. Да, правильно. А вот сейчас думай, как тебе дальше пройти, Жека? Ну, очевидно, мне нужно куда-то прыгнуть. Ну, ты попрыгай, ну да, ты попрыгай, у меня как бы это уже финал, но раз ты хочешь дальше проходить, то хорошо, я тебя мучить не буду. Проходи, Евгений, проходи. Давай, я понял, ой, ты тролль несчастный. Так, ты давай, Фродо, гори, камеру верни. В смысле? А, ну так ничего, ну подожди, ну ты гейммод включил. Спасибо. Ну хорошо. О, и для меня, и для меня, хорошо, это для меня. Да в смысле? Это моя камера, не трогай. Ничего она не твоя, вот. Не трогай мою прелесть. Ну хорошо, с двух сторон. Нет, тебе нельзя. С двух сторон это уже моя, я ее лично купил. Моя прелесть, а не... Все. Моя камера. Убери! Чё ты хочешь? Моя камера, не твоя камера, понял? Отстань от меня, придурок! Все, я забираю свою камеру, я забираю и валю отсюда. Все, я больше с тобой не снимаю видосы. Отстань от меня. Отстань, придурок! Ребят, давайте заканчивать. Я с этим дебилом не хочу больше дружить. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, не забывайте. Отстань от меня! Ребят, ставьте лайки, чтобы он от меня отстал. 15 тысяч лайков у меня на видосе, у него на видосе. Все будет зашибись. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Стоять, поздно! Все, ты меня не поймаешь. Поздно же, поздно.